Знаменитому обитателю Выборгского замка, рыжему коту Филимону, ищут пресс-секретаря. Музейные работники уже не справляются с обрушившейся на старшего мяучного сотрудника популярностью. Одних подписчиков в Инстаграм у Филимона уже более 1000. Комментируют снимки кота каждый день. Пишут со всех концов мира, да еще и на разных языках. Это кадровое решение уже давно назревало. Филимону требуется пресс-атташе. Люди хотят просто поговорить с котом ежедневно. Они спрашивают у него, как у него дела. Им надо всем отмечать, и вот появилась идея организовать пресс-службу, и, в общем, как-то, чтобы кот нес человеческое из замка. На вакантную должность уже претендует более 30 кандидатов. В основном это блогеры, ведущие свои аккаунты от имени домашних животных и даже плюшевых игрушек. В друзья к коту Филимону постучался заяц Матвейка. Заяц хочет быть пресс-секретарем кота. А заяц настоящий? Заяц не настоящий. Заяц сделан из, мне кажется, шерсти. Заяц Матвейка, если и станет пресс-секретарем Филимона, то работать будет удаленно, так как живет в Петербурге и часто путешествует. В Выборгском замке считают, что у тандема кота и виртуального зайца неплохие перспективы. У зайца очень интересный взгляд на мир. У кота свой взгляд на мир. И когда соединится серьезность и понимание собственного величия кота, и задор, и такое познавательное начало зайца, мы думаем, мы получим нового лирического героя, который будет интересен и взрослым, и детям. Имя пресс-секретаря рыжей знаменитости Выборгского замка назовут в августе. Для этого даже специально пресс-конференцию организуют. Сам Филимон, кажется, даже и не догадывается о том, что ему подыскивают помощника в интернете. Кот по-прежнему много спит, периодически прогуливается по выставочным залам, любит бывать в администрации и сувенирной лавке. Единственное место, куда Филимон пока не решается заходить, это камера пыток, где с недавнего времени работает палач. Роман Закурдаев, Александр Трофимов и Алексей Хюркис. Последние известия. Выборг.